Всем привет, товарищи! Короткое видео запишем. Сегодня находимся мы на Липовой горе Фрунзенского района Ярославской области. Школа 78, знакомая школа для наших товарищей. Здесь наши товарищи были наблюдателями от КПРФ. Мы заснимем видео по поводу безопасности. Это как раз связано с тем, что какая трагедия произошла в Перми. Тут рассказывал губернатор Ярославской области по поводу безопасности, что происходит с безопасностью. Мы видим, что тоже и дети гуляют, и на территорию школы можно спокойно пройти, никто не подходит, там не задает вопросы. Причем, опять же, мы понимаем, что это можно сделать как через двери, через забор, через окна. Это ставит необходимость о том, что необходимо создавать различные рабочие дружины контроля общественного порядка, наблюдения за тем, что происходит с нашими детьми у наших заведений, у наших, соответственно, школ. Потому что реально можно сделать, соответственно, чего хочешь. И наши чиновники, силовики не гарантируют никакой безопасности ни нам, ни нашим детям, а рассказывают, соответственно, сказки о том, что безопасность обеспечена, но реально, мы ее не видим. То есть на территорию школы может пройти кто угодно. И не обязательно даже для этого попадать в саму школу. Там пытаются рассказать, что какая есть охрана заключена, какой пропускной режим. Вот такое коротенькое видео мы к себе выложим на канал «Товарищ Ярославский» для группы «Марксисты, коммунисты, марксисты Ярославля». Будем эту проблему обсуждать с родителями, с самими школьниками, учениками, с общественниками, с партийцами, с активистами. Тоже предлагаем снимать видео и обсуждать вот такие вопросы. В безопасности ли наши общественные заведения, в безопасности ли мы, наши дети. Подписывайтесь на наши каналы, еще канал «Товарищ Филатов», YouTube канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте о проблемах общественных, предлагайте варианты их решения. Будем, соответственно, вместе бороться за улучшение нашего общества, нашего окружения. Всем всего хорошего, берегите себя и своих близких, товарищи. Спасибо.